Артур Геворгизов. Записки выдающегося двоечника. О гематогенах. «Послушай, Сереберцева», – спрашивал Сережа у отличницы Сереберцевой. «Почему ты такая отличница?» «Круглая», – добавила Сереберцева. «Круглая», – согласился Сережа. «Может быть, ты ешь что-нибудь особенное или пьешь?» «Да вроде нет», – задумалась Сереберцева. «Пепси, чипсы». «Я тоже пепси, чипсы», – сказал Сережа. «Тогда почему ты отличница?» «Это гены», — сказала Сереберцева. «Гены, миленький Сережечка». «Ага», — воскликнул Сережа. «Вот видишь!» И убежал. Сережа прибежал в аптеку и спросил. «У вас есть гены?» «У нас только гематогены», — сказали в аптеке. «Давайте», — обрадовался Сережа. «Шесть штук. Нет, семь». Сережа съел 7 гематогенов и побежал опять в школу. На химии он получил 2, а на алгебре 2 с минусом. Тогда Сережа разозлился и стал бегать за Сереберцевой и выкручивать ей руку. 7 минут. «Ну что, Гаврилов, сразу 2 ставить или прогуляешься к доске и обратно?» – спросила Вера Петровна, и Сереже стало обидно. «Откуда она знает, – думал он, – что я не выучил урок? Зачем она так говорит?» «Откуда вы знаете, Вера Петровна, что я не выучил?» – спросил Сережа. «Так ты же никогда не учишь?» – удивилась Вера Петровна. Сережа встал, поднял вверх указательный палец и простоял так 1 минуту, как бы к чему-то прислушиваясь. «Это да», — согласился он. «Но вдруг сегодня выучил?» «А ты выучил?» — спросила Вера Петровна. Сережа задумался. Он рассеянно посмотрел на Коперника, потом на Ньютона и, наконец, ответил. «Нет». «Можно теперь 2 ставить?» — спросила Вера Петровна. Сережа посмотрел на часы. «Теперь можно», — согласился он. «Теперь мы выяснили». «А в чем разница?» — спросила Вера Петровна. «В том, что я получил 2 на 7 минут позже», — ответил Сережа. «Не понимаю», — ответила Вера Петровна. «Неужели тебе от этого легче? Просто папа сказал, продержишься на физике хотя бы 5 минут, куплю тебе футбольный мяч. А я продержался 7», — объяснил Сережа. «Мы свидетели», — сказали Кулаков, Зубов и Сереберцева. «Понятно», — сказала Вера Петровна. Жених нашелся. Однажды Сережу и отличницу Сереберцеву оставили убирать класс. «Ты давай полы мой», — сказал Сережа, — «а я буду доску вытирать». «Сравнил», — сказал Сереберцева. «Лучше наоборот». «Ну хорошо», — сказал Сережа. «Еще цветы полью». «Нашел простушку», — сказала Сереберцева. «Ладно», — сказал Сережа. «Плюс стулья поставлю на парты». «Даже говорить не хочу», — сказал Сереберцева. «Плохая ты хозяйка», — сказал Сережа. «Я на тебе не женюсь, когда вырасту». «Ой, напугал», — сказала Сереберцева. «Сейчас умру. Ладно, я все вымою». «А я доску вытру», — обрадовался Сережа. «Да сиди уж», — проворчал Сереберцева. «Карман-то на пиджаке отпоролся. Пиджаков не напасешься. Хорошо, что у меня нитка с иголкой есть. Бегаешь со своим Зубовым на перемене, потом ходишь, как оборванец». О поэзии. Сережа никогда не мог понять, почему отличница Сереберцева любит стихи. «Послушай, Сереберцева», — как-то спросил Сережа, — «ну я понимаю, когда задали, но ты, говорят, ты когда не задали читаешь?» «Читаю», — ответил Сереберцева, — «стихи вызывают во мне разные настроения». «Все это мы слышали», — усмехнулся Сережа, — «от училки по литературе». «Не веришь? Не надо», — пожал плечами Сереберцева. «Конечно, не верю», — сказал Сережа, — «но хочу понять. Может, тебе родители за это доплачивают? Признайся, а? Зуб даю, никому не скажу». «Ничего они мне не доплачивают», — рассердилась Сереберцева. «Отстань, а то врежу». «Ну хорошо», — не унимался Сережа. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Дальше не помню. «Что с тобой, Сереберцева, ты плачешь?» «Отстань, Гаврилов», — плакала Сереберцева. «Не мог что-нибудь веселенькое прочитать? Теперь весь день буду плакать». «Вот это да», — поразился Сережа. «Как действует? Сейчас, Сереберцева, сейчас. Коля в деревне нашел пулемет. Нет, не то. Сейчас, потерпи. Маленький мальчик на дерево влез. Опять не то. А вот, вспомнил. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Не утонет, Сереберцева. Ура! Ну как, легче?» «Легче», — шмыгнула носом Сереберцева. Сколько стоит веер? Однажды Сережа сказал отличнице Сереберцевой. «Сереберцева, сейчас я посвящу тебе победу над Зубовым». «А я не люблю, когда борются», — сказал Сереберцева. «Можешь не посвящать».
«Жаль», — огорчился Сережа. «Не жаль», — обрадовался Зубов. «А веер хочешь из глубинных перьев?» — спросил Сережа. «Ну покажи», — сказал Сереберцев. «Посмотрим». «Вот», — сказал Сережа и достал веер. «Я сам его сделал. У нас на чердаке много перьев». «Веер беру», — сказал Сереберцев. «За домашнюю по алгебре». «Мало», — нахмурился Сережа. «Не хочешь, не надо», — сказал Сереберцев. «Я когда по чердаку лазил, головой о балку ударился», — обиделся Сережа. «Может, у меня сотрясение мозга?» «Ладно, по алгебре и по химии», — согласилась Сереберцева. «Принесешь еще перьев, я себе платье сошью». «Принесу, принесу», — обрадовался Сережа. «Мне можно идти?» — спросил Зубов. «Иди, Зубов», — сказал Сережа. «Ты мне сегодня больше не нужен». А кто такой Александр Невский? Сережа сидел на уроке истории и смотрел в окно. Он не слышал, о чем рассказывает учительница, но зато видел, как около палатки с мороженым какой-то мальчик ест эскимо. Присмотревшись внимательно, Сережа узнал Кулакова. «Молодец», — подумал Сережа о Кулакове. «Всех обманул. Родители думают, что он в школе, а в школе думают, что болеет, а он ха-ха-ха ест эскимо. Мне бы так». «Гаврилов, ты о чем задумался?» — спросила учительница. «Да так», — вздохнул Сережа, — «о том, что бывают смелые люди и какая у них прекрасная жизнь». «Это ты имеешь в виду Александра Невского?» — спросила учительница. «Я рада, что эта история заставила тебя задуматься». «Заставила», — сказал Сережа. «А можно выйти?» «Нельзя», — сказала учительница. «Да», — подумал Сережа, — «Кулаков прав. По-честному ни с учителями, ни с родителями не получается». Дневник. Однажды Сережа нашел дневник Селезневой Кати, ученицы 5 класса Б 545 школы. В дневнике были пятерки с подлинными подписями. «Надо отнести этот дневник в 545 школу, а они уже сами найдут Селезневу Катю», — подумал Сережа. «Или надо отнести этот дневник в детскую комнату милиции, там все отличники на учете, или в стол находок, или в музей революции». Сережа достал специальный японский ластик, стирающий чернила, стер Селезневой Кати и 545, написал такими же синими чернилами Гаврилова Сережи 754, и получилось дневник ученицы 5 класса Б Гаврилова Сережи. «Непорядок», — заметил Сережа, стер «ци» и написал «к». Сережа принес дневник домой и показал папе. Папа пощупал бумагу, посмотрел в микроскоп, и когда убедился, что подписи не фальшивые, сказал: «Молодец! Можешь идти гулять!» Хитрый Зубов. Иногда Сережа давал Зубову подзатыльники. Сначала Зубов привязывал к затылку подушку, потом вратарскую маску, а однажды привязал кактус и замаскировал его волосами. «Зубов становится все хитрее и хитрее», — пожаловался Сережа своему другу Коле Кулакову. «Скоро вообще не смогу давать ему подзатыльники». «А ты давай пинки», — посоветовал Коля. «Пинки безопасней. Помнишь кактус?» «Еще как!» — поморщился Сережа. «У меня тогда рука болела 2 дня». «Вот видишь», — сказал Коля. «Переходи на пинки. Верное дело». «Я подумаю», — согласился Сережа. На следующий день Зубов пришел с привязанным к затылку капканом. Он ходил по школе и свысока поглядывал на Сережу. Сереже даже показалось, что Зубов на него плюнул. Тогда Сережа подошел к Зубову и дал ему пинка. Зубов побледнел и перестал поглядывать свысока. «Ну как, получилось?» – спросил Сережа Коля Кулаков. «Ногу не повредил?» «Пока получилось», – озабоченно ответил Сережа. «А дальше не знаю». «Будем надеяться», – сказал Коля. «Да», – согласился Сережа. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. «Сказки вслух». Спасибо, что дослушали, и до скорого.